Всем здравствуйте! У нас сегодня на обзоре сервиз советского периода «Золотые ромашки» от производителя «Барановка», Украина. Сервиз этот 60-70-х годов. Выпускался он в ограниченном количестве и считается достаточно редким. Сервиз, который представлен сегодня на видео, в идеальной сохранности, без сколов и трещин. Очень красивое цветовое сочетание, яркие чайные пары и, конечно же, уникальная рисовка. Обратите большое внимание на само клеймо. Здесь стоит знак качества Советского Союза. Означает, что сервиз получает большую ценность и растет в цене. Этот сервиз очень тяжело встретить. Даже одну чайную пару попадаются они нечасто. Чайная пара. Яркие золотые ромашки с красивым крытьем. Очень красивая форма самой чашечки на такой вот юбочке и удобная ручка. Чашечка полностью увитая ромашками. Здесь очень красивое, яркое, желтое крытье. Это все ручная роспись. И большое количество золота. Также есть вот такие вот тонечки черные. Просто красота. Внутри чашечки белоснежные, очень легкие предметы. И выполнен широкий ободочек из золота, который в идеальной сохранности. Они как новые. Скорее всего, этим сервизом никогда никто не пользовался. Самое уникальное, что в этом сервизе, это цвет Тиффани, который встречается на фарфоре очень редко. Тем более на фарфоре советского периода. Шикарное красивое блюдце, просто роскошь. И как же они дополняют сами вот эти ромашки. На каждом изделии стоит клеймо еще и в тесте, номерной знак. Ну какой же красивый цвет. Сами все предметы просто летние, солнечные. И чайные пары, как солнечные зайчики. А с добавлением этого контраста, с этой яркостью, чайные пары выглядят просто изумительно. Цена за чайную пару 2000, и у нас в наличии 5 штучек. Все чашечки в идеальной сохранности, нигде нету схода золота, сервиз как новый. Если вас заинтересовали чайные пары, то пишите мне на WhatsApp. Очень красивый пузатый чайничек с красивым миниатюрным носиком, удобной ручкой. Обратите внимание, какая красивая, интересная крышечка, она с таким вот колечком. И здесь тоже выполнен цвет Тиффани. Крышечка с пимпочкой, что у сервизов Барановка встречается нечасто. Вся крышечка без сколов и трещин. Внутри чайника выполнен ободочек из золота. Очень широкий, без ходов. И весь чайник усыпан ромашками. Какая же красота! Смотрю на этот сервиз, и прям настроение поднимается. Клеймо. Также стоит цена сервиза. Очень шикарный чайничек. Цена такого чайника 2500. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Продажа рассматривается как попредметно, так же и целым сервизом. К этому сервизу идет также вот такая вот масленка. Очень красивая. Крышечка здесь с ромашками. Снова повторение вот этой ручки. Золото широкое. И крышка сама по себе куполообразная. Без сколов и трещин, все в идеальной сохранности. Сама емкость для масла, она достаточно большая. Здесь уже снаружи не выполнен рисунок. Очень утонченная, красивая и большое количество золота. В этом сервизе мне очень нравятся сами по себе предметы и их форма. Она достаточно необычная. Шикарная масленка. Здесь, кстати, можно также хранить, например, какие-нибудь печенюшки небольшие или, например, конфетки. Но сервиз просто очаровательный. Цена такой масленки 1500. Такая вот пузатая низкая сахарница. Она без ручек, но очень шикарная. Красота. Вот здесь прям идет пузатость. Золото. Все светится, все блестит. Крышечка без сколов. Просто красота, очень изящная и великолепная. На каждом изделии стоит знак качества. Все изделия высококачественные и очень приятные, и белоснежный фарфор. Но цветовое сочетание очень волшебное. Я таких цветов ни на одном сервизе никогда не встречала. Сахарница замечательная, цена ее 1500. Поэтому, если вас заинтересовали какие-либо из предметов, или сервиз, то пишите мне на WhatsApp. Также у нас новинка в ассортименте. Изделия дореволюционные Кузнецова попадаются нечасто. Но вот такой вот прекрасный капельник. Просто шикарный. Он в идеальной сохранности.
Есть, может быть, какие-то следы бытования, но этому изделию уже больше 100 лет. Цвет более лавандово-лиловый, очень красивый. Вот здесь выполнены рельефы. Вот такой вот красивый букет. Это все ручная роспись. Сам по себе капельник достаточно широкий. И клеймо Кузнецов. Просто роскошь. Рисунок здесь двух сторон. Кузнецов встречается в ассортименте очень редко. Белоснежный и очень легкий. Я заметила, что изделия Кузнецова дореволюционные очень белоснежные и очень легкие, прям тонкостенные. Вот это, конечно же, удивительно. Потому что это совсем другое время, это совсем другое сырье, другое белье для самих изделий. И это очень сильно удивляет. Вот здесь есть номерной знак. Все в идеале. Кто собирает более коллекционные вещи, дореволюционные, я думаю, это изделие, это просто шикарный экземпляр. Здесь уже собрана целая история, это редкость. И этому предмету уже больше 100 лет. Цена такого вот капельника 8000. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите меня на WhatsApp. Сервиз состоит из 13 предметов, 5 чайных пар, сахарница, чайник и масленка. И цена за весь сервиз 15500. Поэтому, если вас заинтересовал этот набор, то пишите мне на WhatsApp. Это очень шикарное изделие. Кто хотел что-то такое летнее, яркое, у кого поднимается настроение на этот сервиз, это просто красота. От него просто столько добра, столько солнышка, и настроение очень сильно поднимается. Я не могу описать это чувство. Это просто красота. Я не думаю, что он попадется еще раз. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы и, конечно же, цените то, что у вас есть.